Добрый день, уважаемые зрители моего канала. Сегодня у нас 6 апреля, год 2024. И вот вашему вниманию, смотрите, какие саженцы. Вот какая вегетация. Видно вам. Я сюда их спрятал от солнца подальше, чтобы было понятно. Вот здесь, смотрите, дрова, все как бы, чтобы они не были на солнце. Значит, это саженцы из разряда «оставь мне, я обязательно у вас заберу». Я же смотрю ваш канал. Он мне так очень нравится. Большое вам спасибо за то, что вы все нам показываете. И вот смотрите, вы забыли в очередной раз забрать свои саженцы. Вот смотрите, какие. Покажу. Оставлял саженцы. Чтобы были понятны. Вот смотрите. Вот такой вот саженец был. Все тут с ним замечательно. Видно. Уже какая вот. Вот будет дополнительная мне работа. Так бы давно они уже кому-то бы определились бы в сад. Ну, вот показываю. Видно. Красивый штамп. Примерно вот 63 сантиметра. Эти потом уберутся. Тут все замечательно. Я вам покажу продолжение, чтобы было вам понятно. Смотрите, вот саженец уже у него, видите, идут вот такие отводки, корневая поросль. Вот. Ну, грунт сделал вот такой, чтобы было вам понятно. Смотрите, кое-что покупал. Плюс огородняя земля. Ну и горшки, понятно. Таким вот методом мы их убираем. Вот следующий, смотрите, какой тоже красавец саженец. Этот штамп еще повыше. Вот подбираем горшки, какие сюда подойдут. Смотрим. Вот такой даже красавец горшок пойдет к нему. То же самое, уже корневая поросль есть. Это саженцы будут для лета. То есть надо, чтобы они здесь создали такой корневой ком. И тогда их можно садить. Хоть в поле, хоть куда. Уже будет все понятно. Возможно, даже на них будут уже и орехи. Это вот, смотрите, тоже история из этой же области. Оставьте саженцы. Вот тоже они долежали. Тоже за ними никто не приехал. Та же самая история, смотрите, те же отводки, Т-образные, тут разные есть. Как для горшка, я вам скажу, что это идеальные саженцы. Вот сюда подойдут 5-литровые, как для этих. В общем, посажу и покажу, что с этого будет. Вот что получилось.
порядок. Вот, обратите внимание, те, которые у меня были на солнце. Смотрите, какая уже листва. Вам видно. И вот еще сколько здесь. Ну, это будут саженцы для лета. Посадка так называемая через горшок. Уже будет все понятно и ясно. Какая корневая, какие приросты. Ну, надо, чтобы образовался здесь ком корневой в горшках. Тогда как бы им ничего не страшно. Закрытой корневой как бы будет все замечательно. Посадка, скажем, летом. Потому что идут споры, когда лучше садить летом. Никто не говорит. Все говорят, лучшая посадка осенью. Как бы садить можно в любое время, я вам скажу. Вот и летом можно садить, если через горшок. И замечательная посадка весной. Просто задают люди вопросы. Вот мы там смотрели, надо садить только осенью. И теряю, скажем, целый сезон из-за того, что как бы их убедили. Сейчас люди такие, знаете, подверженные. Насмотрятся этого видео. И вот хочу там фундук, потом, когда его садить. Я смотрю, берите, друзья, если что-то хотите, берите, садите, и все, все у вас вырастет и получится, если вы что-то будете делать. Вот я вам все показал, наглядный пример, что посадил в горшки, и покажу дальше результат, что из этого будет.